вкусная. Я буду лучше пою цветок, я уже наелась. Так, мне нужна водичка. Настенька, одевайся, пора уже на день рождения. Вот подарок для Олега от тебя. Только не забудь его. Конечно, не забуду. О, я же еще рисунок для Олега приготовила. Ну, покажи. Вот такой. Ух ты, столько подарков. И подарка. Я думаю, ему понравится. Да. Осталось одеться. Петух нет, эльф нет, эльф нет, мух нет. О! Юбка, кофточка, то, что надо. Какая я красивая. Настя, на улице осень, нужно одеться потеплее. Точно, я не подумала, опять переодеваться. Настенька, скорее, мы уже опаздываем. Сейчас только мне курточку надо одеть. В этот раз точно красивая.
забыла? Вот, поздравляю тебя с днем рождения, вот тебе подарок, держи. Спасибо, Саня. Открывай, смотри. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Коробки, еще одна коробка. Да, ты серьезно, я где-то это уже видел. Да, интересно, где? Сколько тут еще коробок? Или это все последний этап? Ну как тебе твой сверхъестественный подарок? Шикарный подарок. Благодарю. Пожалуйста, старался. Готово. Все. Идем к мини. Да. Ого. А вот и основной подарок от нас. Боже. Какой поздравляю. Классный. Еще раз. Спасибо, братан. Всем а? Спасибо. Нравится? Так, да, хочу же на нем прокатиться. Настенька, а где тут твой подарок? Поздравляй. Я забыла. Держи. В другой раз будь внимательнее и не забывай. Олег, держи, это тебе. Спасибо, Настя. Это тебе еще один подарочек. О, настольная игра. И там еще есть. Это подарочек уже от души, от сердца. Настя рисовала сама. Очень красиво, спасибо. Пожалуйста. Фух, получилось. Просто. Лучший велик в мире, спасибо. Пожалуйста. Так, ну как, нравится велик? Да. Костюм кошечки, как у меня, и вот чокер, одевай. Вау, мы такие модные. Ага. Почти близняшки, у тебя чокер, у меня чокер, у тебя платье, у меня платье, да. Саша, смотри, сколько сладостей на день рождения. Ого! И даже букеты сладостей там есть, да. Смотри, тут даже есть лолипопсы. Да. Давай возьмем. Очень крутой велик. Отлично. А.